Но это аналог боя в желтом. Только в желтом они отходили с юга на север, а тут они отходят с севера на юг, вдоль балки. То есть сначала зажгли склад или что там у них, бензовоз. Да, обратно. Отходят они обратно вот к этой дороге на счастье. Да. Да, и появляется вот этот дым первый, а потом начинают появляться дымки вот эти вот уже по дороге. То есть там уже они отходят, а их уже встречают. Правда, что не знают сами, что ли? Сами не знают, что их везде встречают. И что-то черные дымки. Ну, то есть аналог, шаблон. Но если он работает, почему бы не работать по шаблону? Попало ребятам. Попало. Вот второй черный дым. Еще вот черный дым. Так, приблизим. Нам будут стократный какой-нибудь телескоп для этого университета. Ну, завтра на присухе расскажут. Чего сколько, кого, сколько отжали, сколько сожгли и прочее. Еще левее видишь? Левее самого левого. Левее самого левого еще? Ага, вижу. Левее самого левого еще что-то зажгли. Ну все. Кто не спрятался, я не виноват. Это называется так. Оп, слышал? Бутхнул. Вон разрывы правее уже стоят. Они разбегаются, походу. Разбегаются вот от этой точки, где то дым, где у них базёшка была. Вон он правее, видишь, два белых? Да. Там берег Донца, как раз песчаные такие должны. Ну, что-то прям три даже. Вот, видишь? Ой, с огнем. Огонь горит. О-о-о-о. Вот за этими дымами Донец. То есть они... Еще что-то, смотри, слышу еще что-то. Ну что, прислали ответку. Зачем стрелять по больничке, по школе, по частным домам? Мужиков он все стекла выбили. Телевизор, аквариум с рыбками, он жаловался. Зайди как посмотри, ну что же я пойду. В этом направлении, вот там что-то виднеется. Там газокомпрессорная станция. Вот тогда она ее и видно, вот этот. Да, служба безопасности Газпрома. Охраняет газопровод. Отбила попытку отжать газ. Да. Не трогайте наш газ. Ну, слушай, ну это... Ролик тяжелый получается. 3, ну, 5 минут сейчас достучу, 5 минут, и буду выкладывать. Еще один. Что это такое светленькое? Это, наверное, берег Донца или что это такое? Да, а, это вот эти вот дома, как раз я тебе говорил, вот на карте их видно, высотные дома. Вот они их видно. Вот они правее дома. Это квартал 8 марта на карте нарисован. Еще один черный дым левее левого. Еще один левее левого. Ну, очередная бронемашина. Так, где он, где эти дымы? Да, вот они. Ну и жгут там, походу. Просто жгут тупо. И правее еще один, правее. Да. Вы в той же группе, видишь, еще правее поднимается. О! О, а вот хороший! Левее. Вот это хороший, это боезапас. Ух ты! Звук пришел. Ну, дальний где-то 10, около 10 километров. Смотри, какой гриб прям. А там все горит. Ну, точно бензовоз. Они, наверное, заходят группой. С бензовозом, с кухней.
туда-сюда на, обустроились. И сразу давай шмалять по мирным жителям. Аквариумки, аквариумы с рыбками ломать, стекла убивать. А это вот квартал 8 марта. Все, я увидел, я понял, где на карте. Вот эти высотные дома виднеются. Это квартал 8 марта. Это чуть-чуть южнее Красного Яра, дачного поселка. Людям, конечно, обидно. Дачи строили всю жизнь. Строили, а тут такая шняга. Ну, я верно наванговал. Сейчас это все дымы пойдут левее. Левее они сейчас и резко закончатся. А те ночью шмальнут по городу. Если есть чем. Ну да, если есть чем, да, действительно. Так, прошлой ночью вроде разнесли. Что-то шмаляли они. Да, начиналось все как-то вроде, да? Ну, видишь, попали. Может, ездим? Ну да, куда? Там сейчас все в горячке, на адреналине. Застрелить не застрелить, но по башке дадут. Ох еще. Откуда ведешь? Слушай, ну нормально, вот этот дымкит, который левее, появились группы дымов вот этих. Они прям это... То есть, ну куда вот лезут, а? Все, навожусь левее. Вот это вышки Луганский радиопередающий центр. Мы по ним координируем. Две штуки. Опа, очереди, слышишь? Что-то близко как-то. Вон, очереди, только не видно ничего, дымов нет. В Комброде где-то, да? Нет. Еще ближе? Нет, дымов. Дымов нет. Они, видимо, ушли, да? Да нет, это очень близко очень, мы бы не услышали, ты чё. До дымов расстояние отсюда, ну километров, ну 10, конечно, много, но километров 8, может, 7. Очередь? Нет, сейчас очереди слышал, это очереди вот здесь вот они вот, были, в городе. На радио руководитель, вспомнил очередь. Уважаемые зрители, там все горит, все дымит, бой, вероятно, продолжается. Это наше, о чем мы говорили, наше предположение. То есть появились сначала вот здесь появились, нет, сначала вот здесь вот появились, уже догорает, а потом они начали дымить, смещаться левее, и вот. Вот это, видать, группа тут тоже, тут они бухнули ополченцы чем-то еще. Давай идут в левой группе. Еще появились? Нет. А может, новый. Это в горы стреляют. Это в городе где-то палец. Попробуй, что увидишь. Сектор. Ну все, уважаемые зрители. Уже ролик тяжелый, почти 10 минут сейчас будет. Ага, вижу. Вон. Ловись.
ловить. Сейчас поймаю. Нет, что-то я уже далеко ушел. Очереди в городе раздаются. Нет, тут такой дымок такой был, это нестабильный. Не могу его поймать. Я понял, где, да. Две высотки. Да вижу. Рассеялся. Он рассеялся, небольшой какой-то. Он дальше всех убежал. Все, 10 минут хорошие.